От трасс федерального значения перейдем к городским дорогам. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя ищет подрядчика на укладку третьего слоя асфальта на спуске Котовского. Соответствующий лот размещен 23 сентября на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 19 295 тысяч рублей. По гарантии покрытие должно прослужить 4 года. В случае образовавшихся на дорожном полотне трещин и сколов, подрядчик будет обязан устранить их за свои средства. Напомним, ремонт спуска Котовского стоимостью 30 миллионов рублей должен был быть завершен к 1 августа 2019 года. Укладкой асфальта на спуске занималось государственное бюджетное учреждение «Севастопольский автодор». Предприятие вынуждено прекратило работы, оставив объект незаконченным. Выяснилось, что «Севавтодор» не имеет мощности для работы с верхним особо прочным покрытием для дорог повышенной загруженности, щебеночно-мастичным асфальтобетоном.